Всем привет, YouTube, привет. Вот тут сегодня просматривал свой канал и вспомнил, что я снял небольшое видео про игровую приставочку 80-х годов. Вот. И я ее снял как бы анонсом, а все остальное, то, что как она работает и что показывает, тут видно, что она без шнура был реквизирован, видно, по бедности в свое время. Вот. Теперь я решил снять, проверить, работает она или нет, и показать своим зрителям. Я думаю, что мало кто из моих зрителей, скорее всего, видел такую штуку. Единственное, может, на телефонах такая игра, вполне возможно, или на компьютерных приставках, кто игрался, кто захватил это время. А молодежь сейчас, как говорится, молодняк, они этого не знают, не понимают. Наши внуки тем более не поймут таких игрушек. Это для тех, кто жил в 60-е, 70-е, родился, жил в 80-е, игрался такими приставками. Ну ладно, хватит предисловий. Сейчас подключим ее к телевизору и посмотрим, работает или нет. Ну что ж, продолжим. Значит, подключили мы ее в сеть, приставочку. Тут также подключаем аудио красный на аудио и на видео желтенький. Вот такой. Включили на видеоход. Сейчас включаем. Ура! Все заработало. Вот такая приколюха. Вот можно с двумя играть, с одним играть. Вот я пытаюсь тут отбивать что-то. Видите, как. Ну ладно, не в этом дело. Что тут еще и? Тут есть у нас переключателей куча. Вот, ну, короче, вот такая вот игрушка. Вот, можно в такую играть. Вот так вот. Вот так. В общем, не помню я всех режимов. Тут их 5 или 6. Режимов переключать вот таким вот переключателем надо. Вот один режим, второй, третий. Вот одиночный. Двумя можно играть. На два партнера, на два. Вот на такое поле, на двойное. Двумя партнерами. Двумя партнерами на одном поле. Одним партнером. Так, что это у нас еще есть тут? Тут еще куча переключателей. Изменяют. По идее, должны изменять этот размер. Вот, ракетки, которые мы отбиваем. Ну и, естественно, вот сброс игры. На начало. Вот такая вот приколюшечка. У нас есть. С 80-х годов осталось. Можно поиграться. И пролежала 30 с лишним лет. И живая, и рабочая. Как ни удивительно, как ни странно. У кого что-нибудь подобное есть, отпишитесь, будет интересно пообщаться. Все, всем удачи. Успокоился, решил найти эту игрушку, где она может, так сказать, быть. Старые игры на приставках вот нашел. Долго, правда, пришлось ковыряться. И в итоге вот, похоже, что-то нашел. Вот, игры. Ну, непонятно тут описание. Вот следующая, значит, эта компания оказалась Atari. Выпускала такую приставочку. Вот, приставка Atari, которая играла пинг-понг. Вот, и потом дальше пошли эти игры. Вот. Дальше вот наша Exi Video 01. Вот тут и видно, кстати, что как играть, режимы, ручной, автоматический, вот ввод, сброс и так далее, подстройка, включение, выключение, но это уже более, так сказать,
Вот такая игрушка. Ну, собственно, начинка та же. Вот. Как в итоге разбирались мы, вот, сброс игры, ну, это по нулям, значит, что регулировалось, один или два игрока, там несколько различных полей, потом скорость шарика регулировалась и размер теннисной ракетки. Ну, честно скажу, конечно, по тем временам настолько было круто, вот, до таких вот теннисов, как вот этот, было еще очень далеко. Вот тоже что-то похожее, как мы видим. Электроника такая вот. И балдели мы тогда. Ну, это уже 83-й год, Casio, вот Atari. Уже дальше потом пошло, 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 пошло. И до сегодняшних дней, так сказать, эволюцию я показываю по годам. Сейчас это все, конечно, очень-очень красиво стало, модно. Ну и по цене, конечно, немало. Вот такие вот в свое время были у нас игры. Вот. Всем удачи, пока-пока. Еще раз повторюсь, отпишитесь, если кто не равнодушен к этой теме. Все-таки интересно пообщаться на эти темы. Все, всем удачи, счастливо и до встречи.